Всем привет! И вот он настал час X, даже, наверное, день X. Завтра мы уезжаем на Эльбрус. Сегодня последний день, последние сборы, подведение себя к восхождению. Ну и я поехал за посылками, потому что из Челябинска мне отправили теплые вещи. В Сочи же они не нужны. Вот, и этот день вы проведете со мной. По крайней мере, вы посмотрите очень короткую версию последнего дня перед поездкой. Итак, главную посылочку я забрал. Это посылка из Челябинска с вещами, с теплыми вещами. Сейчас приду домой и буду потихоньку уже собирать вещи к походу. Как-то вот так вот выглядит. Как-то вот так вот выглядят мои сборы. И обязательно монтаж видео, потому что я уеду, вы должны на канале что-нибудь смотреть. И вот монтируем. Кстати, рубрика не ЗОЖ. Ладно, будем дальше разгребать. Итак, дорогие друзья, теперь более подробно по тем вещам, которые я с собой беру для восхождения на Эльбрус. И Евгений мне в этом поможет. Ну и погнали по списку. Давай, что у нас там? Так. Ботинки горные. Это мне наш гид Евгений даст. В принципе, всю эту графу можно сейчас это перечеркнуть и отбросить в сторону. Ну там кошки, короче. Ну да, здесь кошки, беседка, карабин две штуки, страховка, каска. Вот, мне надо каску свою горнолыжную взять. И, блин, ее нету, ее вечером мне принесут. Угу. Помимо каски у нас трекинговые палки. Вот они уже вставлены в сумку. Фирма Outventure, что-то 1500 в спортмастере буквально стоит. Уже проверил, когда ходили с Евгением на Агурские водопады. Прикольно, удобно. Как тараканчик такой, как бегаешь. Упираешься постоянно ими. А ледоруб. Блин, я забыл купить ледоруб. Шутка, нам его дадут. Петля самостраховочная. Короче, весь этот список — это вот конкретно вот такое альпинистское снаряжение, которое нам выдадут. Ладно, дальше у нас первый список — это рюкзак на 100 литров и накидка на рюкзак. На. Так, друзья, рюкзак был куплен вчера в спортмастере за 3500 рублей со скидкой. То есть он стоил где-то 5 с копейками на 100 литров. Со скидкой взял за 3500. Такой вот рюкзачок, все регулировать. Надо оторвать. Вот как бы, все нормально. То, что касается накидки. Накидка есть. Накидочка есть. Что-то так же, рублей 600 в спортмастере. Ну вот, меня только один момент расстраивает. Накидка на рюкзак 90 литров. Я надеюсь, на мой 100-литровый налезет, потому что на сотку не было банально. Ну, короче, есть. Эта штука есть. Буду надеяться, что она не понадобится. Что у нас там дальше по списку? Спальник. Спальник. Спальник точно так же со скидочкой был куплен у нас в спортмастере. Характеристики: комфорт минус 2, лимит минус 12, экстрим минус 20. Длина внутренней части 200 сантиметров, то есть 2 метра. Ну и короче как-то так. Тоже фирма. Сколько стоил? Outventure. Ну, что-то вот он стоил. Он 6 стоил. И со скидкой, считай, где-то, ну, в районе 4 обошелся. 30% скидку сделал через группу ВКонтакте. Там, если желание будет, сами найдете. Это не совсем легально. Так, ладно, отпадаем пока в сторону. Спальник, наверное. Каремат давай. Один из последних. Так, каремат у нас вот есть. Точно так же вчера был куплен. Рублей 600. Спортмастер. Самый толстый взял. Чтобы было тепло и мягенько. Хоба и сидушка. Сидушка. Ну, это вообще 200 рублей, господи, спортмастер. Давно куплено уже. Ждет своего часа. Давайте я, наверное, запихаем куда-нибудь вот сюда. Вот. Даже вот этот поперек можно. Прикольненько, как раз идеально подходит. Что там дальше? Гермомешочки. Гермомешочки. Вместо гермомешочков у нас будут простые пакеты. Целлофановые. Домашние, пищевые. Ну, короче, их будем использовать. Что там дальше? Мешки-компрессионники. Ну, это чисто для документов необходимо.
вот у меня есть, все уже положил, там у меня полис страховой, трудовая книжка, не знаю, вдруг меня там инструктором возьмут, военный билет, вдруг придется с кем-нибудь воевать, загранник, и, короче, я еще и паспорт собой беру. Ну, если потеряюсь, то как минимум можно будет за границу рвануть. Очки от ультрафиолета. 5 сек. Пока вспомнил. Кипарик тоже возьмешь? Конечно. Вдруг загоришь там на солнышке. Вдруг загоришь. Мне кажется, после Сочи уже бояться. Можно, короче, ничего не бояться. Документы. Итак, документы надо, наверное, уже куда-то положить. Куда положить? Внутренних карманов тут. Есть внутренний карманчик. Для документов. Вот так. Идеально. Так, что у нас там? Очки. Угу. Очки. Тема интересная. Очки необходимо было брать 4-й степени защиты. Заказал вот такие вот. Вот. Фирма Квичхуа какая-то. Короче, тут хрен произнесешь. В Декатлоне заказывал. Буквально 2000 рублей. Если покупать в других магазинах, то примерно от 5000 рублей. Это Декатлон дешево. Дешево и удобно. Карманчиков у нас совсем мало, и положить это некуда, да? Давай пока верхушечку положим. Пам-пам-пам-пам. Что там дальше пока по списку? Панама или кепа? Кепочка. Кепочка у нас вот, и она тоже идет в верхушечку. Дальше. Треки. Треки. Или кроссовки. А, кроссовки я в своих колумбийских поеду. Там у меня Трансальп модель. Ну, короче, я думаю, вы их видели. Они меня внизу ждут, я в них поеду. Дальше. Сандали или шлепки. Да, шлепки нужны вот примерно такие вот закрытого типа, чтобы можно было в шерстяных носках их одевать. Потому что вот эти вот на пальчик, которые налазят, они не подойдут, сами понимаете. Это мы запихаем куда-нибудь вот сюда. Лобовой фонарик. Лобковый фонарик. Фонарик есть. Батарейки заправлены. Что-то китайский какой-то. Ладно, подойдет. Все, верхушечка. То, что понадобится. Дальше. КЛМНшка. Ага. Кружка, ложка, миска, ножка. Да, 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 да. Ножка. Ножка есть, ручка есть, ложка есть. Вот такая вот. Главное со всем этим вернуться. Да, мало пофигу, главное вообще живым хотя бы вернуться. А, вот, в принципе, есть. Да. Вот в этом повезу. Сюда, знаете, что я еще засуну? Наверное, свой блокнотик, чтобы мысли свои записывать. Да, их много. У меня их много. Представляешь? Очень много. Потом возьмем карандашик. Какие-то карандашику запасные. Грифеля. Вот такие вот. Все это берем с собой. Обязательно ластик и запасные батарейки. Не знаю, что это понадобится, но что-нибудь точно понадобится. А, да, вот, кстати, товарищи. Карта памяти для съемок видео. Обязательно. И запасной аккумулятор. Для Соньки. Его надо заряжать, да? Ну, желательно бы поставить и подзарядить, ну, тогда, заранее. Тогда эту штуку мы оставляем все вот здесь. Это вот все я буду делать сегодня. Что там дальше по списку? Личная аптека. Личная аптечка у нас у девчонок, которые со мной идут. Маша, Лена, у них, у каждой из них аптечка есть. Но у меня вот по мелочи. Здесь диазолин, если аллергия одолеет. Омепразол, если изжога будет. Комплекс витаминов. И здесь хондропротекторы и панангин. Это вот отдельно. Отравка. Отравка. Слушай, ну не на камеру же. Вообще взял, но не на камеру. Галя нам сейчас не даст поснимать видео. Да, ладно. Надо выключить звук. Прости, Галя. Прости, Галя. Оп. Чуть позже ответит. Ладно, погнали дальше. Личный ремнабор.
Личный ремнабор. А ты как потом это монтировать будешь, мне интересно? Так и будешь монтировать? Да. А ремнабор у меня у девчонок, но я на всякий случай возьму вот ниток, немножечко, буквально парочку. Иголочку. Иголочки у девчонок есть, я уже спросил. И булавку надо. А, все у них есть. Термобелье. Термобелье. И вот, потихоньку начинаем набирать. Давай сразу куртку ветровую. Вот она, прислали из дома, из Челябинска. Запихаем ее вниз. Вон там где-то по списку. Дальше. А, то, что касается термобелья, вот комплект мой личный. Залетает. Вот дополнительный для сна. Тоже будет дальше чуть-чуть по списку. Тоже залетает. Слушай, так я отсюда еще. Замечательно входит. Кофта легкая, флисовая. Легкая, флисовая. Шрифт не мог побольше сделать. Вот она и точно так же залетает в рюкзак. Аутвенчер покупал в Спортмастере. Носки. Носки. Две пары. Заказывал на Алиэкспресс Китая. 124 рубля каждая пара. Ну, вроде нормально. Опробуем. Кажись, не порвутся. Так нас... может тебе на Эльбрус идти не под российским флагом, а под китайским? Под китайским. Вообще, да. Короче, вот есть теплые. Это, наверное, уже штормовые. Штурмовые, на штурм идти, а это просто походные. И мы сюда вот верхушку закинем. Здесь всякое барахло. Перчатки ходовые или легкие варежки? Перчаточки ходовые. Еще в Челябинске в них ходил, представляете, им уже года полтора-два, наверное. Шапка-ушанка. Шапка, которая закрывает уши, будет достаточно, вполне. Также нужна шапка для сна. Тоненькая, закрывающая уши, и вот она вот такая вот, маленькая, тоненькая. Вообще лысому тяжко, наверное, думаю будет там в походе. Штаны Arctiux Gamma AR. Конкретно ветронепродуваемые штаны просто нужны. На самом деле проверяются не вот таким вот образом, вы вот так вот натягиваете. Вот, короче, смысл в том, что чтобы не менее 70% воздуха оставалось снаружи. То есть только 30% примерно проходило. Угу. Тогда они подходят. Ну, это чтобы ветер не продувал. Фонарики еще нам надо. Фонарики. Фонарики это вот такие вот гетры. Прикольные, которые одеваются на ботинок. Ну и на вашу голень. Для того, чтобы снег не попадал, ничего не промокало. Тоже заказывал на Алиэкспресс, что-то рублей 400, по-моему, стоили. Чувствую, я вернусь без них. Ну, качество так себе, по-моему. Проверишь. Ну, не жалко. Не жалко будет. Ну, здесь они стоят, вот, штукарь. Ну, это и то только сегодня увидел. Ветровка. Ветровка, это вот красная куртка, я ее закинул, дальше. Стельки. Стельки, войлочные, нафиг надо, там все есть. Ну, в ботинках у Евгения. Опять же, куртка ветрозащитная. Ага. Это уже штурмовая куртка. Моя горнолыжка. Покупал здесь. Тоже Спортмастер с большой скидкой. Мембрана 15 на 15 тысяч. Прикольно, замечательно. Всю зиму проходил, ни разу не стирал. Чистенько, аккуратненько. Прям нарадоваться на нее не могу. Влагу не пропускает, ветер не пропускает. Тут вентиляция есть и так далее. Флисовая кофта. Будем ее закидывать. Сейчас давай паузу пока нажмем. Я пристегну вот эту вот юбку к ней. Да, вот еще забыл сказать. Это моя личная одежда, которую я буду брать. Это обязательно леггинсы демисезонные с маленьким тут начесиком. В них, короче, буду идти. Очень люблю. Я вообще считаю, что леггинсы идеально подходят для походов. Не стесняя движения, нигде не застревают. Вообще удобно, замечательно. Ну и закидываем с собой, короче. Ну и такие вот легенькие возьму. Это скорее всего для пробежек, потому что постараюсь по утрам там хотя бы первое время пробегать по 5 километров. Потому что в августе соревнования по триатлону. Надо быть в форме. Еще кроссовки возьму с собой синенькие. Но об этом чуть позже. По скриптум. Обязательно надо с собой взять как можно больше пауэрбанков, потому что полностью заряжен, хорошо. Потому что мы же идем с севера. Ночевать мы будем в палатках. Телефоном я буду пользоваться чисто как фотоаппаратом, но, естественно, камеру с собой беру. И чем-то надо будет заряжаться. Ну, не будет у нас средства для зарядки. Просто как бы.
две недели. Поэтому я вот беру вот такой пауэрбанк на 10 000 мА. Вот такой беру на 10 000 мА, то есть уже 20. И вот этот где-то в районе, наверное, 5, да? Где-то 25 000 мА. Ну и, конечно же, все заряжу, ну и расскажу вам, хватило потом мне это или нет. Ну, однозначно на вершину я оставлю немножечко заряда. Итак, курточку мы закидываем. Нашу штурмовую. Там, если я не ошибаюсь, дальше по списку идет флисовая кофта толстая, да? Вот такая вот флиска. Толстенькая достаточно. Охотничья, если я не ошибаюсь. Заказывал тоже в Декатлоне. Рублей 800 она стоила. Или даже 900. Ну, по крайней мере, аналогов в Спортмастере я не нашел. Там только в пределах 3000. Достаточно дорого. Поэтому Декатлон спасает. И они за рекламу не платили. Да и у нас канал, в принципе, не такой, что там. Платить за рекламу. Давай, что дальше? Варежки. Варежки. Теплые варежки. За эти варежки я хочу сказать спасибо Валентину. Валентин Валерьевич. Если ты смотришь это видео, большое тебе спасибо за них. Лет 5 назад он мне их дал прокатиться на лыжах. И они несколько лет лежали у меня дома. Вернешь с процентами. И вот теперь я их беру с собой в поход. Штанцы утепленные, коричневого цвета. Вот, утепленные штаны мне дает Евгений, горнолыжные. Потому что на свой рост я так и не нашел. Реально, они либо вот такие вот, из нее вываливаешься задницей, либо слишком короткие. Маска. Маска. Маска, скорее всего, вот такая вот, да? А, погоди, маска? На лицо. Ну, вот он такая, балаклава, я думаю. Если вы правильно друг друга поняли. Тоже заказывал на Алиэкспресс, прикольную штучку. Но не... Гроза инкассатора. Точно. Короче, если сработает, Сочи не попрет, мы, короче, здесь инкассаторов накроем. И в Челябинск вернемся. Оп. Да-да, в Челябинск. Да, и сразу вот труба старая, древняя. Не знаю, где ее покупал, она уже лет. Ей труба уже, похоже. Ей труба, трубе труба. Сколько я ей пользовался, вообще ужас. Тоже закидываем. Верхушечку. Так, подшлемник. Шлем. Накидка от дождя. Обхожусь без накидки, так есть стяг уж 3.0. А, это комментарий. Накидка есть. Так, что теперь? Кальсоны, рубашка, термобелье. Ну, это я уже закинул. Это второй комплект термобелья был. Понятно. Носки шерстяные или флисовые. Бабушка дарила на Новый год. Года 3 назад. Наконец-то их использую. Ну, шапочка для сна у нас уже была. Да. И смена нижнего белья. Трухи запасные. Точно. То будешь две недели в одних ходить. Точно, точно, точно. Ну, короче, трусы я буду сегодня стирать и докидывать, походу. Ну, это, в принципе, можно не особо-то снимать, никому не интересно. Вообще не интересно. Вообще можно, в принципе, получать. Тоже из Китая. Да! 10 XL причем заказываешь, потому что у китайцев жопа маленькая. Ну и все остальное тоже. Что там дальше? Все. А, все. Ну, вот и все, друзья. Вот я готов. Обязательно берем с собой презервативы. Мало ли там телефон спрятать. Руки чтобы не промокли. Ну и в целом могут пригодиться. Ветрозащита на голову. Да. Вот. А воду туда наливать с собой нести. На самом деле я еще беру такую приколюшку. Опаньки. Мне кажется, ты не всю посуду еще показал. Там термос, там. А, точно. Да, термос у нас вот уже сложен. Это из разряда КВМНшка, потому что крышечка сверху, ну и эта фигня снизу. Ну, термос понадобится, потому что когда идешь на штурм горы, ты берешь с собой где-то 1-1,5 литра воды, ну и термос, чтобы можно было по пути пить, перекусывать и так далее. Вот, это гидратор. К
канистрочка такая прикольная, набираешь водички 2 литра и всю дорогу пьешь, не останавливаясь. Прикольная вещь, обязательно надо взять. А больше не надо. Так, так, так. Здесь столько всего, короче, я не знаю, как я буду все это искать потом, прям на ходу. Жесть какая-то. Все, барахло не нужно сверху. Итак, дорогие друзья, мы сейчас с Евгением заканчиваем дела, которые еще остались здесь в Сочи. Тебя. Провожаем меня. И, наверное, с вами мы уже увидимся только утром. Надеюсь, я протрезвею к этому времени. Ну как, в смысле, я же тренер, фитнес-тренер, поэтому мы будем протеиновый коктейль пить, употреблять. Я надеюсь, это не слышно было. Ну и все, до новых встреч. Мы с вами утром увидимся. Давайте, спокойной ночи сразу. Пау. Так, ну и в обязательном порядке я беру штативчик, вот такой вот раскладывающийся, ну, которым пользуюсь для камеры, ведь для вас надо снимать замечательное видео. И еще забыл сказать, обязательно беру плавательные трусы, потому что где-то мы в Нарзане будем там купаться. В Нарзане. Быстрее бы уже. Вот он, собирается на Эльбрус. Ты точно пойдешь, да, на Эльбрус? Не пойдешь? Уже не готов. До вчерашнего вечера был готов. У меня аж сразу рука дергается, когда слышу звук. На-на. Ну слушай, блин, в принципе, как бы. Сейчас опять по башке не заедет. Ну, 3 км я пройду так. И все. Да ладно, так, пойду я вещи снесу. Что-то фигня не скажет.